Проснулся с знаменитым
Так что как раз в издании, да, вот с Тиной разговаривали, она как раз рассказывала про тот процесс, который шел к успеху, а что у нее не было такого же, раз там заменить, а у вас именно это произошло. Этого не было, потому что всегда в какой-то момент что-то происходит, ты, конечно, сейчас открываются ну, какие-то горизонты, но ты все равно берешь вот сейчас. Ответственность новая появилась, опять же, много надо сделать, поэтому это как бы так в сознании такого все, все нужно уже отдыхать, такого пока не успеть. Что вы понимаете в пространстве шоу-бизнеса, а что категорически нет? Я имею в виду не музыкальные жанры и типы, и виды, а именно устав, как бы негласно, да, эстетику отношений, стиль взаимоотношений со своими коллегами, с критиками, с теми же, с аудиторией, нужно понять, что это отдельный мир, в котором ты должен как-то существовать. Вот есть вещи, которые там не приемлются, которые так и не стали вашего. Ну, опять же, наверное, наша участие в игре не говорит о том, что, в принципе, мы не в оппозиции никому. И нет, как кажется, не место красть человека. Место, как известно, в оппозиции. Поэтому мы не то, что мы там против показов усиления, мы не против ротации. То есть нам часто говорят, что вот, Петр, вы такой андеграунд, и в том числе оставайтесь в андеграунде. Это снобизм, в общем, не чуждый такой же, как и тот снобизм людей, которые только по телевизору показываются. Поэтому мы будем рады, если с хорошей вещью показаться по телевизору, это хорошо, с плохой плохо. И также и по радио, и также всякие конкурсы, и также фестивали. И главное, то, что ты делаешь, а в общем, ты делаешь. Да. Вот такой как бы для нас, поэтому мы так более-менее для себя в головах учредили вроде бы. Если говорить об эстетике, то это вопрос такой очень сложный, потому что, конечно, я делаю то, что мне нравится, то, что я нужно, но при этом вокруг меня очень много талантливых людей, очень разных людей, которые делают тоже фантастические вещи, я часто не понимаю, как они сделаны. Эту эстетику я принимаю, в принципе, просто как потребитель, но не могу сказать, что я тут же начинаю в эстетике тоже в этом русле работать. Ну, то есть это такой вопрос очень сложный. С эстетикой на корпоративах вы выступаете? Да, это наше. Да, конечно, конечно. По каким причинам вы можете отказаться? Есть ли у вас какой-то свой кодекс? Знаете, в общем, наверное, есть. Частенько, в общем, можно сказать, что мы в общем, не пытаемся все под нагодную заказчику выяснить, чтобы найти там какие-то скелеты и отказаться. В общем, нет. Но если мы знаем про что-то, про человека, что он конкретно человек, очень сильно нравится, мы стараемся, в общем, чувствуете, когда Джаза, когда видели в этот фильм, когда там они попали на вечеринку к бандитам. Да, да, да.